Заехал Гриша, у него сегодня день рождения, 1 марта. Не забудьте его поздравить. Ссылку на его канал оставлю под видео. Гриша нам что показывает, Гриш? Да ничего, шмелей. Вообще, тут они так гудят, аж страшно. Дочка Гриша, да, убегает. Да нет. По крайней мере, не должен. Не, если сейчас кого-то из нас укусит, Гриш. Представляешь, контент какой. Да. Поймаешь. Да, придавлен он давно, видать. А ну, отодвинь, я хочу снять что-то. Смотри, смотри, смотри. Да они здоровые, видишь, типа. Или, может, наоборот, маленькие. Они, может, еще, знаешь, это, о, видишь, взлетают. Не, нормально. Может, крылья еще не размяли. А вот тут пожирнее, эти, видишь, поменьше. А этот, видишь, придавило его. Или он повесил? Не, это придавило. Это он покончил его. Жизнь самоубийством, наверное. Ну что, малобъемка цветет, да? Ой, глянь, вообще класс. А что за сорта ты говорил? Не хотел Секретные, да? Да. Ну что, классно. Блин, ну конечно жалко, что первые цветки не опынились. Но они сейчас, их доопынят, наверное, да? Не, я ж воздухом. Или еще? Воздух. А, ты воздухом дул, да? Блин, ну густо. Ну, блин, Гриша, ну ты смелый парень, конечно. Каждые 5 сантиметров даже. Вообще, все одинаковые. Вообще. Это все один. Еще вот даже есть. Да, да, да. Не обрываешь первые цветоносы, там, как Илья обрывал, ничего. А зачем мне обрывать? Это ж не фрига. Хорошенькие, зелененькие листочки, или не болячек, ничего нету, класс. Полюнь, чтоб ты было. Вот туда. Это вот уже наросло. Потому что старый лист, его видно, он вот он. Старый лист. Это уже новый нарос. Когда ты на старт дал им? 1 февраля. 1 февраля, месяц, да? Ну ровно месяц, да, получается. Ну, 2 месяца, да. 2 месяца на таких, в принципе, 1 апреля уже будет ягода. Ну, надеюсь. Даже раньше, наверное. Даже первая она раньше пойдет, но основное будет 1 апреля. Ну, да. Хотелось бы, конечно, чтобы все было класс. Хорошо. Поэтому, ну, Гриша, вот я бы никогда не поверил, если бы он еще что-нибудь тут не замутил. Показать, Гриша? Ну, сейчас покажу. Он посадил картошку. Блин, ну вот это, конечно. Это я видел, у кого украинский канал, там тоже, не помнишь, клубнику, потом картошку там что-то сажали между рядьях. По-моему, у них я тоже такое видел. Ну, Гриша, вообще, конечно. А там, наверное, этот, мальга, да? Нет, это КСД. А, КСДшки секретные твои, да? Да, нейтралы. А, КСДшки или НСДшки? Нет, нейтралы. А, нейтралы какие-то. Тут они вообще просто. Ну да. Он мощный. Да, да, да. А вон ягода уже, нет, завязалась, вот он. А, ну да. Глянь, какая. Ух, будет вот такая, как ну, кулак, да, наверное. Да, да. Здесь поменьше, все равно высота роль играет. То есть, ну все, мы уже размеры, все это мы рассказывали, конечно, уже. Я думаю, смысла нет. Если да, просто да, просто все показали, что вот. Вот смотри, один. Да, нет, нет. Чисто такие вот. Сколько крупные кустов теплицы, ты говорил? Ну сейчас больше 5500. 5500. Ну 2,5 тонны, если соберешь. Ну вот так вот, потому что я еще там нижняя добавил. По 600 рублей ее продашь. По 600, я хотя бы 500. Хотя бы 500 за килограмм, да? Ну лукошками она. Первая лукошка. Да, лукошками пойдет, я надеюсь, что... 250 за лукошка. А то и 350. Ты не кидайся. Ну он... Ну вот. Все работает. Вон, видишь, сел. Как стоит фирма называется? Бамба. Это Воронежская, по-моему. Видишь, летят обратно, все нормально. Так что они рабочие. Да, то я думаю, рабочие, что... да. Вон они уже. Где-то уже. Садятся. А ну, посмотри, где на цветочке сидит. А вон самый, сидит. Самое это, самое. А, такой кадр самый. Да, классный кадр, да. Как он опыляет. Показать сейчас, может, где-то. А, ну вот за эту, видишь, я тебе говорю, если залетят в эту дырку, назад дорогу могут не найти. Я буду убирать, вон, смотри, сел как раз, вон, ну, видишь, опыляет, вон, прямо. А, да. Можешь приблизить. Сейчас попробую. Да, вон. Работаем непочатый край. Все, ладно, Гриш, с днем рождения тебе еще раз. Сколько тебе стукнуло? 34. Ты еще молодой такой, елки-палки. Все, поехали мы дальше. А я приезжал в Половню посмотреть свою теплицу. Растет нормально. Ну да, тут теплее, тут побыстрее. Она уже зацветет скоро, наверное. Сколько градусов держишь теплица? Сейчас, ну, около 20. А, нет, сейчас 23. 23. Слышь, ну, мне кажется, надо снять уже. Солнце уже. Ну,
Ну, сегодня будем к вечеру. Ну как, сегодня еще ставлю, а завтра уже сниму. Она ж тепло не дает. Что она дает? Ну, только что конденсат. Тепло уходило, и конденсат. А, конденсат, да. Да, в основном, чтобы конденсата меньше было. Ну, как бы помогает. Сейчас мороза уже ночных нету. Ну, уже. Мы сейчас будем убирать. Мы сейчас ее просто сдвинем в сторону. А, в случае, если похолодание назад. Да, в любом назад. Случае, у нас апрель месяц, это морозы будут обратно, заморозки. И в любом случае будет вот этот, собираться конденсат, поэтому будем закрывать его. Слышь, ну красивые, да, кустики? Маленькие, но красивые. Ну, так вот как-то компактные. Ну, классно. Сорнячки продернули, смотрю, чистенько. Листочек старого убрали, да? Да. Чтобы не загущать, да. Все сейчас правильно. Еще через недельку, наверное, еще будем убирать лист. Потому что растет. Слушай, а вот тут поменьше, а там побольше кустики, да? Почему? А, КСДшки, они да. Сами то по себе, да. Травы. Они сами по себе все да, равно да, меньше. Да. Они не травы, все равно по приземисти такие. И меньше у них ягод на цветоносе, по-моему, да? Тут, да, меньше, тут если да. Цветонос, сколько? 7 ягод на КСДшках, наверное, да? Ну, здесь как бы не, ну вот он, да, идет тут. Нет, 5. Раз, 5, ну, да. 5, да, 4, 5. Ну, как бы я-то еще вот мелкий вот такой убираю. Ну, от них толку все равно не да, будет. То только есть, тянуть на себя будут, да. Чтобы не тянули, как бы так вот прохожу. Нет, раз, вот вижу, раз, убираю. Лучше, ранняя должна быть качественная ягода. Да, поэтому так, такой вот потому что раннюю, вот такой горох смысла нету выращивать, потому что он на него будут смотреть подозрительно. Ну, да. Скажут, за такую фигню отдавать 500 рублей. А когда ягода крупная, красивая, то за нее ну, и 600 не жалко отдать. Видно, как бы цветки крупные, но это не знаю. Это конденсат еще все равно капает. Это, наверное, капнуло и обожгло, скорее всего, да? Да. Вот еще было. Конечно, надо бороться. Да, вот мокрый лист это не есть хорошо. Не, ну самое главное, чтобы без болячек. А нельзя покрыть пленку, может, изнутри какой-нибудь? Да, видишь, каким-то составом, слой может, или. Надо было второй слой пленки делать. Изнутри, да? Все-таки. Буду надув делать. А, надув делать. Ну, вот как Игорь показывал недавно. Да, как у Игоря сделал, потому что надув нужен в любом случае. И тогда потеть не будет, да, по идее? Да, ну получается обдув, постоянно температура, и у нее конденсат не собирается. У нее плюс еще фан-койлы стоят. Я думаю, что до следующего сезона я ее заделаю. Вот тут ля вообще мощный. Это кассета или копанка, я забыл? Это кассета. Вот тут кассетка да, была, да? Копанка. А нижняя еще не начинает даже цвести, да? Нет, почему? Вот он начинает выкидывать. Ну, так, по чуть-чуть. Ну, все равно попозже он немного, да? Ну, да. Ну, сначала вверх, этот. Да, этот. Все равно вот так идет. А нижний у тебя же его не было изначально? Ты один доделал, да. Тут у тебя есть, а тут у тебя еще. Ну, я сюда тут не стал. Не стал. Просто вот этот стеллаж выходит, получается, 7000. Это сам, если делаешь нижний. Ага. Ну, как бы еще 30-ку вкидывать, не знаю, что получится. Посмотрим, что из этого выйдет, да? Да, то есть будет с него толк, не будет, а то может толку с него не будет. Ну, срезать сюда. А деньги будет. Потратишь. Да. Вот они, смотри. Да, вот он. Сейчас я кадр интересный папа. Поймаю. Да. Угу. Вон он, смотри. Они не кусаются. Ну, если ты из бадуна, то кусаются. Или пшена. С одеколоном. Садиколон. Да, резкие запахи, они, короче, не любят. Вот кадр. Да. На то, как люди работают, огонь, воду, на то, как люди работают. Да, ты шмели, да? Можно смотреть вечно. Это точно. Все, ладно, Гриш, поехал я. Все, дальше. Давай, удачи.